Салам алейкум, рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья и сестры. Мы сегодня находимся в городе Янбо. И брат Абдуль-Мохсин повез меня, Акима, Али из Грузии, повез нас сегодня на Ташлех. Это называется Ташлех. Рынок. Вернее, не рынок, это такие базы, склады, можно сказать, автомобилей. То есть все машины, которые попадают в аварию или там еще что-то происходит. И, в общем, их все сюда привозят. Значит, за копейку. Хозяин продает за копейку, понятно, да? Просто берут как лом. Просто берутся машины как лом. И здесь их, конечно, уже разбирает хозяин этой базы, разбирает это туда, это туда, это туда, и продает по частям. Тут приезжают покупатели различные, этот хочет то, этот хочет то, этот хочет вот это. И вот так машину продают. Вот так машину продают. Восстановить машину невозможно, сразу говорю, потому что она уже занесена в систему, что ты ее не можешь, то есть пришла машина, и взять вот ее обратно, воссоздать, хоть даже там движок будет нормальный, и все будет четко, да, но ты ее уже не можешь, потому что она зашла в систему полиции, и она уже не продается, как машина, ты ее не сможешь восстановить, и не сможешь на ней ездить. А вот по запчастям, конечно, собственник склада, он, конечно, здесь ее хорошо будет эксплуатировать, да, использовать эту машину. То есть все ее раздербанит и по запчастям кому-то нужен. Вот это, кому-то крышка нужна, кому-то нужен такой-то катафот, фара, мара, поддоны. И также приезжают специально эти, уже кто-то по металлу, забирают металл, кто-то приезжают, колеса откручивает, кто-то приезжает, еще что-то берут. Правда, конечно, я еще не видел, как это все работает, но вот так на словах это. Так это все на словах. Вот, смотрите. Пожалуйста, все трубки, все есть. За копейки хозяин отдал эту машину. Может, он в ней не нуждается, он ее как бы дотюкал. Потом он просто сдает ее на Ташлех. Там ему дают там 1000 реалов условно. 1000-1500, да? И все. Да, субханаллах, субханаллах, субханаллах. Ну, вот также еще другая техника здесь есть, смотрите. Всякие краны. Здесь, конечно, Янбо морской, поэтому здесь очень много всяких связанных с морским делом. Мы заметили вещей. Акваланги, лодки, корабли. Здесь, конечно, это все идет. И с нами вот Абдуль-Мохсин, он директор одной из такой баз. Но он именно специализируется по алюминию, по металлу и по этому, по меди. И вот он нас катает по разным вот этим всем базам. И мы все смотрим, что здесь есть. Что здесь есть. Конечно, здесь радиодеталей очень много, я заметил. Жалко, что я не радиолюбитель. Не изучал этого дела. Очень много запчастей, но также есть очень много медицинской техники, именно качественной. Вот сейчас я вам покажу даже качественная медицинская техника, европейская. Всякие автоклавы, всякие суханала. Вот даже, например, Nikon. Смотрите, это уже Nikon. Что это такое? Смотрите, Янбо национальный госпиталь. Национальный госпиталь Янбо. И здесь вот камера, да, вот это все здесь. Nikon, компания Nikon. Смотрите, это уже, конечно, микроскопы, это, скорее всего, для анализов уже. Чтобы анализы брать. Да, субханаллах. Nikon SMS-1. Так, хорошо. Вот здесь что? У нас оборудование всякое. Да, смотрите, смотрите, смотрите. Чего тут только нету, а? Чего тут только нету, дорогие братья. Короче, для кого-то здесь интересные идеи, интересный бизнес, интересные проекты. И это, братья, Янбо. Приезжайте, звоните или пишите. Пишите, что вы думаете. Идеи свои подкидывайте здесь в комментариях. Вот, смотрите. Видите, вот движок забрали. Вот движок забрали, подняли. Забирают движок.